Малоархитектурные формы или временные сооружения – это такие легкие, ну, сооружения с легкой конструкцией площадью до 30 квадратных метров, которые там установлены без фундамента и которые легко передвинуть, перенести в другое место или убрать. Так исторически сложилось, как бы, когда у нас закрылись кораблестроительные заводы, это был как бы шанс людям получить хоть какие-то деньги, но потихонечку там как бы экономика развивалась и уже, ну вот изначально ставили, вы же понимаете, такие, ну реально там железные ящики, будки, как бы не хотелось их так называть, но потихонечку как бы там все идет вперед и эти конструкции, они уже как бы и по внешнему виду, и морально устарели, и в принципе как бы все больше открывается магазинов, ну как бы я считаю, что в них отпадает необходимость в таком большом количестве.